Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на обыски и задержания в Крыму. На своей фейсбук-странице президент опубликовал видео задержания крымских татар, написав «Поведение оккупантов в Крыму – это восстановление сталинской политики против крымских татар». Он призывает мировое сообщество обратить внимание на массовые нарушения прав коренных жителей полуострова и поспособствовать скорейшей деоккупации Крыма. Обещал завтра поднять этот вопрос во время выступления на Мюнхенской конференции о безопасности.